Знать бы, когда эта наша агитация кончится. Послезавтра в Москве должны быть. А это, Петя, тоже военная тайна. И товарищ Ершов может вас за ее разглашение покарать. Куда же ты везешь нас, старик? Как приказали, подальше, в сторону от войны. Товарищ политрук не одобрит, когда проснется. Хватит болтать. А мы вот так. Ну, а вот так. Ага. Ну-ну. А мы вот так вот. Как? К полудню будем? Ну? Если машина не подведет, доедем. Машина плохая. Или эксплуатируем неправильно. А почему? Машина хорошая. А эксплуатируем, как умеем. Дороги-то сами знаете какие. Не надо на дороге валить. Следить надо за машиной. Тогда и ломаться ничего и не будет. Вот так вот. Товарищи артисты, мы сейчас прибудем. Приготовьтесь к концерту. Ну там, подтянитесь, что ли. Конечно. Она с собой 10 пар возит, а у меня не одни. За что бы ты могу, а постирать где? Негде. Ах, Анечка, конечно, чулки дамские. Такая увлекательная тема. Особенно драные. Не смешите меня. Да я шут, я циркач. Так что же? Да. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Браво! Браво! Здорово! Мария Лозовая! Браво! Здорово! Дорогие товарищи бойцы, ну заметьте мне, что важнее всего для поднятия боевого духа на фронте, а? Вот мы сейчас докторов спросим. 100 грамм! А, тут кто-то из больных уже в доктора записался. Для поднятия боевого духа нужна наша улыбка от уха до уха. А чтоб немец драпал быстрее всех, нужен наш громкий победный смех. Итак, минутка юмора. Встречайте, Анна Крылова. Днем фашист сказал крестьянам: шапку с головы долой. Ночью отдал партизанам каску вместе с головой.
какое у нас сегодня число, товарищ Кудрявцев? 15-е. А когда мы должны были быть в Москве? 12-го. Ну, Константин Алексеевич, вон товарищ Ешов. Когда у нас правительственный концерт? 17-го. Когда, я не расслышал? К 17-го. То есть послезавтра? Да. В моей стране всегда найдет. Мы 10 дней в разъездах. Выступления отменяются и переносятся без предупреждения. У меня сорван голос. Ну, Константин Алексеевич, вон товарищ Чершов. Члены правительства и лично товарищ Маленков кого будут слушать? Товарища Ершова или меня? Вас. Пошла. Товарищ Ершов, человек военный. Он в таких тонкостях не разбирается. Так вот, вы будьте любезны и объясните ему. Мы даем 11-й концерт на открытой площадке. Это недопустимо. Открытые площадки для артистов цирка, танцев, для чтецов в крайнем случае, но не для вокалистов. У меня сорван голос. У меня разыгрался радикулит. Ну вот, пожалуйста, у меня развязался шнурок, а я не могу его завязать. Я ж потом не разогнусь. А мне сейчас на сцену идти. Поднимать боевой дух солдат Красной Армии. Спасибо, Маша. Передайте товарищу Ершову, что это мое последнее выступление. Но ведь еще по плану. Последнее. Неаполитанская народная песня «Киритомба». Исполняет заслуженный артист республики, орденоносец Константин Соколов. Я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне нет покоя, отчего я все пою. Тиритомба, тиритомба, тиритомба. Тыловая крыса, сволочь. Ну чего, дальше-то куда двинем? Подожди, карту достану. Так, вот сюда. Ну, здесь мы еще не были. Не пугайся этой песни и не прячься средь толпы. Передавай, Чули. Ага. Пусть посмотрят. А то разжирели на генеральских харчах. Забыли, что... война идет. А чего нас раньше-то туда не отправляли? А там командир один, капитан, которому майором никогда не стать. Не любят его начальники. И он их тоже. А сейчас чего? Полюбили вдруг? Если нас решили туда отправить? Не знаю. Тиритомба, тиритомба, неужели это сон? Тиритомба, 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 я влюблен. Браво! Еще! Иоганн Штраус, дуэт Марии и Каунта из оперетты «Венская кровь». Исполняет Мария Лозовая. Артист республики, орденоносец Константин Соколов. Браво! 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 Аккомпанирует Леонид Белугин. Спасибо. В жизни вас не доставало, чтобы иной.
Петлюсь. А правда, что она его жена? Да. Странно, что она в нем нашла. Он же старый, ему лет 40 уже. Да больше, 50. Нашему главному 53. Явно моложе. Ну что ты сравниваешь? Это же артист. Но вашим сердцем я не властен. Тетя Люся, а у них дети-то есть? Господи, дуры какие-то. Помолчите, дайте послушать. И увлечения юных дней сегодня нас смешат. Я тоже помню старый парк, тенистый уголок, где вашей венской крови жар огонь в душе зажег. Нету детей, наверное. Ну, может, она его за талант полюбила. Может быть, может быть. Просто 17-го. Правительственный концерт. Знаю. А сегодня у нас еще одно выступление. Ну, Константин Алексеевич сказал... Товарищ Кудрявцев, вверенная мне агитационная бригада будет выполнять распоряжения, полученные от политуправления фронта. Поторопите-ка лучше артистов. Война закончится, будут кланяться в свое удовольствие. А сейчас времени нет. Завая и Константин Соколов. Спасибо. Ну, товарищ Чершов. На передовой ждут бойцы Красной Армии. И отказ от выступления будет расценен как саботаж и предательство. Вам что-нибудь нужно? Какие-нибудь просьбы? Я могу там замолвить словечко. Есть. Чтобы война побыстрее закончилась. Очень в отпуск хочется. Держитесь. Есть информация. Да. Еще месяцев 6-7 и конец. По всем фронтам наступление. Наша армия неудержимо двигается вперед. Да. Это точно. Это точно. Совсем недавно здесь были немцы, а теперь здесь уже глубокий тыл. Немцы километров за 15 отсюда. А мы как раз сейчас туда едем, да? Нет, да. Мы едем в Москву. Благодарю вас. Всего доброго. Не-не-не, это вам спасибо, Марья Леонидовна. Всего доброго. До свидания. Рад был вас снова услышать. Приезжайте. Костя, у нас же еще один концерт. Я сказал, в Москву. Вы мне тут не командуйте! Вы тут не в своем цирке! Ах, в цирке? В цирке говорите? Да вы... Каяк! Товарищ Ершов, вы за это дело ответите? Я хочу вам сказать, что это вам тогда не пройдет! Ершов, уйди с глаз! Вам просто нужно доказать, что вы тут главный! Иди! Так вот, вы не главный! Дезертир! А кто у нас тут дезертир? Об этом мы поговорим в другом месте! Как ты меня с Костя! Собой? Зараза! Опять карбюратор сдох! Я же ему говорил, мать его, иди! Давай новый карбюратор! Костя! Сволочь! По плану должно быть 12 концертов, значит, будет 12, ясно? На открытой площадке, да? Костя! Прикажут там и будете петь. Это я еще с вами цирлих-манирлих устраиваю. Костя! А на передовой на ваши капризы! Тьфу! И растереть! Да. Костя, у тебя горло уже артисты, осипло! Артисты, видите ли! Вот, приедем на передовую, идите, жалуйтесь командиру батальона, а я на вас посмотрю! Костя, ты простудишь! Он не таких, как вы, бараний рог гнет! Да как вы со мной разговариваете?! Костя, ты простудишь себе горло! Я обязан привести вас на место! Обязан! А там идите и требуйте, чтобы вам предоставили... зал с колоннами. А я на вас посмотрю.
когда вы командиру батальона, который со своими солдатами в окопах гниет, будете рассказывать, что у вас и шанс, и голос сипит. Костя! В то время, когда он со своими солдатами в окопах гниет. Подожди, Маша. Подожди. Я свой долг перед Родиной выполняю, как могу. А вот вы по приезде в Москву ответите за срыв графика и за ваше хамство. А тем более, если вы сорвете правительственный концерт. Костя, подойди сюда на секунду. И у вас будут очень серьезные неприятности. Я вам это обещаю. Я фронтовик, дважды ранен. И знаю, что такое большие неприятности. Вы на что намекаете? Костя! Подожди, Маша! Вы на что намекаете? Я ни на что не намекаю! Ни на что не намекаете? Я вам прямо говорю, прямо говорю! Пока ты тут галиматью свою поришь, люди на фронте гибнут! За вас! Все. Чтоб вы дальше могли кривляться! Все, хватит! И не надо меня пугать, товарищ Соколов! Не надо! Иди, иди! Все, давай, давай! Какой хам, а? Надо петь! Значит, будете петь! Это приказ! Что у тебя там с мотором? Да минуточку! Нет, этот вопрос надо решать на другом уровне. Он же военный. Помоги мне. Ему приказывают, и он приказывает. Он мне? Он понимает, кто я? Он был ранен. Может, он плохо себя чувствует? Чего ты? Угу. Да ладно. Ну ладно, ладно, Машенька, милая, что с тобой? Ну что такое, а? Ничего. Устал. А я? Ну ничего, ничего. Прекрати, Ленечка, это бесчеловечно. У тебя еще есть шанс. Только не торопи меня. Мне надо хорошенько подумать. И только потом сходить. Ну, отвернись. Я просто очки сниму. Ходи уже, хватит думать. Сейчас, Лёня, сейчас. Можно смотреть? Теперь можно. Нет, я этого дела так не оставлю. Я до самого верха дойду. Костя, да оставь ты. А чё это ты, Ленечка, мне туру подставляешь? Ну, неспроста. Неспроста. Ну, осторожней. У меня же иголка. Веди на велосипеде. Вот слепучка. Борь, ходи. Совсем ничего не за ними кот задом наперед. А если я так пойду, Ленечка? А? Мат. Да ну тебя. Кстати, слышали такую историю? Мне ребята из Новосибирска рассказывали. У них там в Новосибирске на радио диктор из Ленинграда работает. Ну, теперь уже, наверное, работал. Фамилия Мошенберг. Не слышали? Ну, слушайте. Мошенберг. Вот, значит, своим великолепным голосом читает по радио. Внимание, внимание! Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха имени Сталина народные гуляния. Концерты на открытых эстрадах, вечер балета в закрытом театре, массовые аттракционы, сеанс одновременной шахматной игры, танцы под духовой оркестр на трех танцевальных площадках и вечером фейерверк. Дальше повисает долгая пауза, и он продолжает. Все это было вчера в воскресенье, а сегодня, в понедельник, в Центральном парке культуры и отдыха имени Сталина выходной. Выходной. Расстрелять бы вашего Вышенгерга за такие шутки. Давай! Может, он издевается? Не похоже. Спроси его еще раз. И пускай говорит помедленнее. Может, он больной какой-нибудь, а?
Да больного бы не взяли в армию. Давай. Битте. Битте. Пожалуйста. Аус Вальхер. Аус Вальхер. Из какой ты части? Бизду. Сколько в твоей части солдат, боевой техники, танков? Дайнер Труппе. Наступление назначено на 15:00. Медленно. Говори медленно. Мы получили приказ прорвать оборону противника. Но сегодня утром главные силы перемещены за лес. Что-нибудь понял, что он сказал? Никак нет. Понял лес, утро и что-то, какие-то цифры. Не то 25, не то 55. У него, наверное, акцент какой-то. Нас этому не учили. Ты издеваешься, гнида, над нами, да? Какого хрена мудро? Тебя про танки, гада, спрашивают! Говори нормально, сука фашистская! Какого хрена ты немецкий учился? Ни черта понять не можешь. Вечером наступление, у нас язык, а мы как бараны на него смотрим, ни черта понять не можем. Товарищ командир, разрешите обратиться? Чего тебе? Там артисты приехали. Выйди вон. Вот здесь, товарищ артист, Машенька, будем выступать. Марш! Ну что, уютненько. О, артистки, костюмчики. И баба с ними молодая. Ну дайте мне глянуть, смотри. Дай бинокль. Ой, да погодь, ты еще одна. Красивая, а? Так себе. Красивая. Ну да, да. Ну дайте бинокль посмотреть, на баб глянуть. Ну, ну дай другим-то дай глянуть. О, а этого я до войны видел. Я тоже. Слышь. Вот везуха-то. Ну дай ты! Дай ты посмотри! Да, куда ты? Дай, тихо, тоже! Где командир? Здесь, блин, даже. Так себе. Тихо, так. Давай, подсоби! Давай еще посмотри! Ух ты! Здравия желаю, товарищ капитан. Вам должны были сообщить из политуправления дивизии агитационная бригада. Лейтенант не понял. А сегодня наступление, вы че приперлись? В костюмах? У нас предписание. Правда, по уважительным причинам мы выбились из графика. Мы должны были быть у вас 13-го. Погоди, погоди, старлей, старлей! А сейчас... Это же не первый день на фронте. У меня через поле немцы в окопах сидят. Ждем наступления. А ты мне артистов привез. Собирай свой цирк и нахрен отсюда. У меня не цирк. Зато у меня тут цирк. Ты немецкий знаешь? Да нет. Хреново. А может, кто из артистов твоих? Циркачей? А, лейтенант? Может, и знает. Есть один клоун. Как вас зовут, молодой человек? Меня зовут Ганс Йохим Краузе. Можно подойти к нему поближе? Нет. Подойдите. Благодарю. Назови мне крупные города Германии. Берлин, Лейпциг, Гамбург, Мюнхен. А что? Очень интересно. Ты что сейчас ему сказал? Что ты ему сейчас сказал, сволочь? Я просто спросил название немецких городов. А зачем? Старлей, успокойся. Что он сказал? Про города. Он спросил про города. А что этот ответил? Я так и не понял. Ну? Видите ли, неудивительно, что молодой человек, переводчик, не мог перевести ответ. Короче. Дело в том, что я раньше преподавал сценическую речь, поэтому я кое-что понимаю. У пленного целый букет речевых дефектов. Во-первых, у него короткая уздечка под языком. Потом он немножечко заикается. Он не выговорит букву «Л», букву «Р», букву «С», «З» он говорит как «Х», а букву «Ш» как «Т».
я бы объяснил вам, если бы он по-русски сказал «пришить рукав». Звучало бы как «Хватит! Прекратите шутовство!» Перестаньте кричать на меня. Я просто пытаюсь объяснить. Подожди снаружи. Я снаружи, подожди. Право. Подожди снаружи. Видите, я же говорил. Ну, вы можете перевести то, что он говорит? Конечно. Может быть, не так быстро, но я попытаюсь. Я надеюсь, вы понимаете, что все, что будет сказано здесь, военная тайна. За разглашение которой вас ждет трибунал. Да, я понимаю. Действительно ли сегодня в районе Кирилловки будет немецкое наступление? Действительно ли сегодня в районе Кирилловки будет немецкая атака? Сегодня в 15.00 начинается наступление. Задача – прорвать оборону противника. Планировалось наступление в Кирилловке, но сегодня утром основные силы были переброшены сюда. Там, за лесом, в километре отсюда, танки и техника. Они делают первый рывок там, через час мы здесь. Ваши силы стянуты туда, а мы прорываемся здесь. Техника и танки идут следом. Цель – прорвать оборону, совершить рывок и продвинуться в ваши тылы на 20 километров. Простите? Продвинуться в тылы на 20 километров. Во сколько ты сказал? В 15.00. Я понял. 15.00. Что в 15.00? А сейчас? Я сказал чистую правду. Пожалуйста, попросите их не расстреливать меня. Пожалуйста, попросите их не расстреливать меня. Сейчас. Не стреляйте. Я рабочий, коммунист. Не стреляйте. Товарищи артисты, не расходиться. Ждем приказа. Вы не знаете, мы будем сегодня выступать или нет? Готовьсь! Огонь! Человека убили, что ли? Не знаю. Танки по нам пройдут, мы не чирикнем. Здорово они нас подставили. Голыми на танке. Лейтенант, бери своих бойцов и вот сюда отходи. Немцы попрут на нас, мы их поглубже затащим, а ты их сбоку, понял? А как я сейчас народ отведу? Немец сидит и пялится на нас. Каждого уже в лицо знает. Видишь, капитан, как хорошо к тебе начальство-то относится. Даже артистов прислали. Раньше-то их и ноги-то тут не было. А тут в штабе подумали, отправим-ка Громову артистов. Повеселим его ребят перед смертью. Слушай, артистов, я их вот здесь на пригорке поставлю выступать. Ну? А ты пока потихонечку своих людей уведешь. Понял? А если заметят? Да ни хрена они не заметят. У них есть красивые артистки, а? Конечно, есть. Ну все, сказать им, чтобы юбки повыше задирали. Ну и чего мы здесь целый час ждем, а? Ждем приказа. Приказа. Тошнит уже от этих приказов. Кто здесь главный? Я хочу с ним поговорить. Я себя плохо чувствую, это издевательство какое-то. Выступать будете прямо на передовой. На пригорке, вон там. Самое главное, громко, весело, чтобы враг слышал и завидовал. Есть певцы среди вас? Я певец. Товарищ командир. Мы даем сегодня уже второй концерт. Мы 3 часа как ехали к вам, и вот уже час как находимся здесь. А у нас послезавтра в Москве правительственный концерт. Я бы вас очень попросил отменить наше сегодняшнее выступление здесь. Товарищ артист, через 5 минут начнете выступление, и будете петь, пока я не скажу остановиться. У вас там концерт, а у нас война. Мы должны были закончить поездку 2 дня назад. У нас срывается график. Но есть же какие-то правила, договоренности. Знаете, вот не привык общаться с артистами. Раз вы находитесь в расположении моего батальона, буду говорить с вами как с солдатом. Приказ такой. Подготовиться к выступлению и начать его в указанном месте в назначенное время. За неподчинение приказу. Расстрел на месте. Я понятно излагаю?
Расстрел. На месте. Меня. Да вы тут с ума посходили! Маша! Меня сейчас расстреливать будут! Да. Да что вы делаете? Ну, давайте, давайте. Очень интересно посмотреть. Начинайте выступление побыстрее. Угу. И что-то веселое, что немцы любят. Угу. Вон вы сейчас для них будете петь, а не для нас. Быстро в автобус! Все в автобус! Давай. А? Заходи. А вам что? Особое приглашение надо? Маша, иди сюда, Маша. Сейчас они начнут. Уводи своих ребят потихоньку. Сказали актрисам, чтоб юбки задирали? Не сказал. Куда тащишь-то? Уже припев, все равно опоздал. Успею. Кто-то там у русских прыгает. В самом деле странно. Что у них там такое происходит? Развлекаются, поют их Нюль или Марлен. Спасибо! Браво! Ну, объявляйте меня уже. Неаполитанская народная песня «Теритомба». Исполняет заслуженный артист республики, орденоносец Константин Соколов. Ничего, не успел. Что ты? Ты куда давай? Прячься среди толпы, белые розы, ты прелесть. Саша. А он у тебя ничего, крепкий. Я думал, совсем старикашка. Это все, что ты можешь мне сказать? Да а что говорить-то? Поздравляю! Совет да любовь. Ты так говоришь, как будто вы были соперники, и я от тебя ушла к нему. Разве не так? Нет. Я познакомилась с ним через год. Через год после твоей телеграммы. В любом случае, ты сделала правильный выбор. Какой выбор, Саша? Между окопным офицером, это мной, и красавцем из опереты. Саша. Ну? Я получила от тебя телеграмму, что тебя переводят. И что ты позже сообщишь, куда. И все. И больше ни слова. За 5 лет.
Я знал, что ты не пропадешь в Москве. Талантливая, красивая. Вот тебя и подобрали через год. Ты говоришь гадко. Угу. Меня никто не подбирал. Я не собиралась оставаться в Москве. Не верю. Перед тобой столько возможностей. Концерты, театры. И ты бы поменяла жизнь в Москве на военный гарнизон. Слушай, ну не смеши меня, а? Значит, ты сам за меня сделал выбор. Так? Ты придумал себе мое благополучие? Решил, что я к тебе больше не вернусь, и поэтому сбежал? Я не сбежал. Меня перевели. Что? Должен был сидеть и ждать, пока ты там прикидываешь, кто тебе больше подходит? Я не прикидывала. Я уехала на конкурс на 2 недели. И вернулась бы к тебе. Да не вернулась бы ты! Да откуда ты знаешь? Да знаю я! Армейская жизнь для таких барышень, как ты. Угу. Красивая, талантливая. Чё тебе здесь грязюку месить в гарнизоне? Да. Значит, ты за меня все решил? Да я за себя решил. Смотреть, как ты мучаешься здесь из-за меня. Как каждый мужик в гарнизоне на тебя пялится, а я с ума буду сходить от ревности. На кой хрен мне такая жизнь, объясни? А мои чувства для тебя ничего не значили? Товарищ артистка, у вас там концерт. Надоели эти разговоры. Ты просто испугался. Ты меня предал. Я жить без тебя не могла. Я писала тебе. Я любила тебя больше жизни. А сейчас кого любишь? Его? Да иди ты к черту! Говори, кого любишь. Кого любишь, говори. Говори, кого любишь. Не вот этого, да? Клоуна! Сашенька, родной. Ты моя, слышишь? Моя. Поняла? Саша. Я решил, если ты ушла, то все, понимаешь? Все. Сашенька. Если бы ты любила меня так, как я тебя любил. Тебе бы ничего не нужно было, но тебя туда тянуло. Тебе кроме меня еще что-то нужно. А я это только я и больше ничего, понимаешь? Голубенький, люблю тебя. Люблю тебя. Я не мог, тогда не мог, понимаешь? Ты дала свое себе слово, и ты бы его сдержала. А потом бы мучилась всю жизнь я вместе с тобой. Саша, я не могу. Я не живу без тебя. Я больше от тебя никуда не уеду. Сашенька. Все. Быстро в автобус, чтобы через 5 минут вас не было. Сашенька, я больше от тебя никуда не уеду. Маша, уезжай. Маша, уезжай. Ты уехала один раз и правильно сделала. У тебя своя жизнь, у меня своя. Прическу поправь. Поехали уже, политрук. Чего ждем-то? Сейчас поедем. Агитбригада в автобус, быстро! Значит так, смотри. А. Сейчас отсюда выезжаешь, ага. И там на развилке сворачиваешь не налево к Кирилловке, а направо. Понял? Так ведь круг получится. Почти 30 километров. Повторяю, на развилке направо. Да у меня и горючки не хватит. Встанем в поле и будем куковать. Сейчас. Кириенко, я. Там у нас канистра стоит, принеси вон им. Давай, есть. Давай. Чего он? Да пристал с этой Кирилловкой, мать его. Сердце. Да, черт, не отпускает.
Товарищ полковник! Первый на проводе. Капитан Громов. Докладывай, третий. Что там у тебя? Мы получили сведения, что сегодня утром дополнительные силы противника были переброшены на наш участок. Подробнее? Две пехотные дивизии и танковый полк. Да. Подтверждение есть? Так точно, мы слышали моторы. Слушай, утром. Третий, Громов, у нас другие сведения. Противник готовит атаку на стыке дивизии. Товарищ полковник, это обманный маневр. Так получается, что они на нас попрут, а мы тут голые. И что? Нам подкрепление необходимо, пришлите. Сколько от тебя до Кирилловки? До Кирилловки 7 километров. Вот и сиди тихо, держи оборону, своими силами. Товарищ полковник, они здесь попрут, я говорю. Держи оборону, Громов, не поднимай панику. Попрут, стоять, держать фронт. Это вы что, получается, нас в мясорубку кидаете или что? Ой. Почему встали? А что случилось? Капитан сказал направо ехать. Ерунда какая-то получается. Так мы в Карастель приедем? А нахрена он нам сдался? Через Кирилловку здесь надо ехать. Горючки у нас сколько? Да впритык. Может, там дорогу разбомбил или еще чего? Мы же с утра по ней ехали. Все было нормально. Не надо бы ехать через Кирилловку. Если кого-то интересует мое мнение, то мне очень бы хотелось поскорее попасть в Москву. Ладно, если всем надо скорее, поедем через Кирилловку. Даст Бог, проскочим. Если что, вернемся. Да давай, заводи. Костя, где моя балетка? Не знаю. Господи. Марья Леонидовна, да? Она у вас под сиденьем. Спасибо. Спасибо. Не выезжай. Сообщу. Что сказал? Да ничего. Три часа. Часа через два выйдем на шоссе и к утру будем дома. Что это? Держись там сзади! Что? Что такое? Что это? Это же ты! Сворачивай, сворачивай! Тормози! Тормози, Коля! Ребят, что происходит, а? Что происходит? Все вот эти от окон! Назад, назад давай гони! Thank you.
Господи, что это? Здесь же ты? Был ты, мы сплыл. Маша. Кани, давай. Маша, ты как? Жми, не останавливайся. Вперед за Родину! Ура! Ну какого хрена мы поехали через эту Кирилловку? Друзья мои, выходите, поможем. Моя помощь нужна? Как-то раньше мы без вашей помощи хорошо обходились. О, Господи. Боря, толкай спереди! Ага. Коль, выворачивай! Все нормально. Давай сюда. Куда? Коль, командуй. Давай. И раз, и раз, и раз, и раз. Так, сейчас, 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 ребята. И раз, и раз. Погоди! Все нормально. Маша. Мария Леонидовна. С вами все в порядке? Все нормально. Я споткнулась. Что это было? Боря. Боря. Ты как? Очки. Живой? Да. Живой, Леночка. Говори. На меня упало дерево. На меня упало дерево. Уберите. Дерево упало. Помогите, Маша. Это не дерево. Это политрук. Помогите! Кто-нибудь, помогите! Уберите же его! Ай! Маша! Маша! Ну, вылезай! Леня, это осколок. Грудь у него пробита. Ой. Тут мокро. У меня кровь. Я ранен. Посмотрите вот здесь. Тут больно? Нет. Это от него. От кого? От Старлея. Леня, Ершов убит. Как убит? Леня! Кем? Леня! Ершова убили! Убили. Идите в автобус. Идите, идите в автобус. В автобус. Что будем делать? Оставим. Может, оттащим с дороги и... Я ударил плечо, когда падал. Наверное, у меня вывих. Идите в автобус! Мы его здесь оставим. Как это оставить? Как это человека так оставить? Да он мертвый, не оживет уже. Все равно. Нет, подождите. Как это мы оставим его здесь? Да если мы сейчас не двинемся,
Все ляжем рядом с ним! Да замолчи ты! Помогите мне! Да подождите! У меня в машине есть брезент. Подожди, парень. Наши вещи. Дай мне переодеться. Я не могу. Я весь в его крови. Он умер. На мне его кровь. Маша! Маша. Там слева серый костюм. Хорошо, мы же уйдем. Ох, дубина, я стыросовая! Политрук точно мертв. Мертвее не бывает. Тогда я могу сказать. Здесь сейчас немцы прорывают фронт. И в Кирилловке тоже. Но основные силы перебросили туда, где мы с вами только что выступали. Там и танки, и артиллерия, и все это против одного нашего батальона. Так что нашим ребятам, я думаю, и часа не выстоять. Всех поубивают. Откуда ты знаешь? У них переводчика не было, а был пленный немец. Так что я планы немецкой армии знаю практически лично от Гитлера. Что ж ты раньше ты молчал, а? А я мог при нем сказать? Что было бы? Леня, а? Куда ехать? Вы хотите сказать, там, Леня! Где мы были, сейчас бой? Я так думаю, Машенька, там, где мы с вами были, теперь выжженная земля. Вот так. Парень этот, командир Громов, злился. Я понимаю. Я бы тоже, наверное, злился, если бы на меня шла целая армия. Вот поэтому он и гнал нас в обход, Коля. Жизнь хотел нам спасти. Леня, дай карту. Так, мы здесь. Приехали мы отсюда. Госпиталь тут. Немцы здесь и здесь. Ну, артисты, молитесь! Ну-ка. Пусти. Пустите. Давай уже. В операционную. Дай руку! Пойдем со мной. Держись за меня. Держись. Куда мне идти? Куда мне идти? Я не вижу. Куда мне идти? Ко мне подойди. Тихо. Этого можно на улице. Глотай, сказала. Ну. Контуженными, осторожней! В отдельную палату! Так, что такое? Ну-ка, подними ногу. Да не могу, я болит! Не могу, так болит! Это что ж, я теперь калекой останусь, да? Мне ж на фронт вернуться надо! Попадешь. В штрафбат, если повезет. Почему штрафбат? Потому что это самострел. Обработайте рану и под арест. Пойдет под трибунал. Дайте мне его документы. Ты чё? Ты чё, доктор, а?
Какой самострел? Ты вообще на фронте был, а? Не видел, какая это мясорубка? Ты на ребят посмотри, а? Ребята, он все накажет, а? Кто у нас следующий? У окна он тут. Доктор, доктор, ты чего? Ну, а? Да что ж ты? Ай! Самострел! Я тебе покажу самострел! Я тебя по трибуналу надо, понял ты? Потерпи, миленький, ну потерпи ты. Терпи, говорю, осилок не хватает, идите сюда. Яков Михайлович. Что вы тут делаете, Марья Леонидовна? Здравствуйте. Голубчик, как вы тут оказались? Не знаю, чудо. Мы ехали наугад. Я как увидела госпиталь, я закричала. Вы одна? Нет, там все. У нас просто политрука убила. Они его сейчас вытаскивают. Яков Михайлович, голубчик, да? Скажите, у вас из батальона капитана Громова раненые есть? А что это за часть? Я не знаю. Там прорвали оборону. Мы там выступали. Нет, нет, не знаю. Марья Леонидовна, да. Если вам что-то нужно, попросите сестер. Они вам помогут. И уезжайте скорее. Да. У меня операция за операцией. Транспорт должны присылать, но не присылают. Госпиталь нужно эвакуировать, а транспорта нет. Да. Немцы скоро будут здесь. Да. Скажите, а из сестер кто-нибудь может знать про эту часть? Сестер могут, спросите. Но если только это с передовой, но там никого в живых не осталось. Разве только что кто сбежал? Люся, артисты приехали. Помогите Марье Леонидовне. Конец коридора. Прошу прощения, Марья Леонидовна. На, держи. Слушаю вас. Это из госпиталя. Мне нужен полковник Ляшин. Я за него. Я по поводу транспорта. На подвозку, что ли? Да нет, у меня 100 человек раненых и подвозят еще. Так какого тебе надо? Перенаправить? Да нет, он обещал. Не было такого приказа. Нельзя больше откладывать. Повторяю вам, не было ни приказа, и транспорта нет тоже. Но я понимаю, но у меня госпиталь. Жди, доктор. Хорошо, жду. Люся. Пусть кто-нибудь у меня в кабинете сидит на телефоне. Я в операционной. Угу. Господи, и чего же вас принесло? И муж ваш с вами? Да. Скажите, вы не знаете, кто-нибудь из батальона капитана Громова есть? Ой, ничего не знаю. Не до этого сейчас. Кипяток нужен? Каши есть будете? Он-то, наверное, не будет, он кашу не ест. Кто? Да муж ваш. Ест. Пусть земля ему будет пухом. Получается так, что он меня спас. Закрыл с собой. Да. Принял удар. Не уверен, что сознательно. Тем не менее, это тот редкий случай, когда действия родной партии пошли на пользу искусству. Прекратите! Ну, что вы такое говорите в самом деле? А что вы такой нервный? Прости, Господи. Пойдем. Что он орет? Нервный. Че ты, идем. Ну, бери, давай, что копаешь. Маша! Константин Алексеевич! Маша! Константин Алексеевич, каша! Несите туда, за автобус. Тут же раненые. Как я буду здесь есть? Ага, на это даже смотреть невозможно. Очистка! Маша! Сюда. Маша! Маша моя! Маша! Мы все-таки выбрались. Живые. Да, Маша? Да. Маша, пойдем. Пойдем, милая, пойдем. Машечка, хотите? Нет. Хватит.
аккуратней. Артистка! Артистка! Эй, я вам сегодня днем цветочки дарил, помните? Нет. Стойте, вы у нас на передовой выступали. Господи, вы оттуда, вы там были. Да. Капитан Громов жив? Вы понимаете, такое дело, у меня ранение. А главврач собака говорит, чтоб меня под трибунал. Я не понимаю, капитан Громов жив? Но он думает, что я сам себе ногу прострелил. Так вот, это не так, там такое началось, я ёхнуть успел. Вы ему скажите, пожалуйста. Да, скажу, капитан Громов жив? Так я его на себе тащил. У меня нога прострелена, кровище, мясо наружу. Я его тащил, понимаете? Где он? А вы врачу скажете? Да, да, где он? Я не знаю, я потом сознание потерял, но в тележке я его видел. Но он, по-моему, совсем того. Я не знаю, живой он там или... А, вы куда? Артистка! Артистка, ну... Этого на улицу, а этого в операционную. Яков Михайлович, да. Из штаба звонят. Скорее. Ага. Этого на улицу. Ага. Алло, главврач, алло. Да, слушаю. Это у тебя там 100 человек раненых? Да, 100 человек раненых. И должны подвезти еще. Значит так, слушай меня внимательно. Транспорта не жди, понял? Не жди. Как? Не будет транспорта. Так не будет. Не до тебя сейчас. А как же? Сам изыскивай возможности. Понятно? Как? А как так можно? Пошлем, если будет. Но ты не жди, понял? Что значит «если»? Это невозможно. У меня госпиталь. А у нас тут что, по-твоему? У меня раненые солдаты. Ты... У меня врачи. Нет транспорта. Нет, все в прорыв брошено. Понятно тебе? Я не понимаю. Я не прорвался, прет. Я и отказываюсь тебя, понимать. Сестричка, умоляю, найдите мне его. Он здесь. Кого? Моего Сашу. Моего Сашу! Огоньку дай. Не курю. Извините. Заходи. Всем ходячим собрать вещи. Санитары, помогите. Это он. Он. Капитан? Несите его. Куда? На чердак, это комсостав. А вот это внесите на улицу. Водички Где Маша? Петр, я же просил тебя сходить. Ходил. Ну? И что она делает? Ты ее нашел? Нет. Мне сказали подождать. Я же плохо вижу. Хорош, администратор. Нечего сказать. Ехать пора. У нас концерт завтра, а мы тут прохлаждаемся. Аня, Петя, Леня! Ну кто-нибудь, найдите Машу! Да что она там, с главврачом кокетничает?
что он сам-то не сходит? Боится. А что там страшного? Конечно, ты же ничего не видишь, вот тебе и не страшно. Яков Михайлович, у нас с бумагами какая-то путаница. Надо кого-нибудь, чтобы разбирался. О том и живых похороним, о мертвых. Ну что, Людмила, Людмилочка, дорогая моя, вот что нам с тобой надо бы решить. Бумаги, наверное, придется сжечь. Как сжечь? Очень просто. Костер разведем и сожжем. А вот что со всем остальным делать, это нам с тобой надо бы решить. А почему они еще здесь? Почему не уехали? Да певица их, жена этого Соколова, рыдает там на чердаке. Там ее... уж и не знаю, кто он ей. Так и что случилось? Почему бумаги-то сжечь? Ты только сейчас, Людмилочка, не гласи, ладно? Транспорта нет. Немцы наступают, а наши все свои силы перебрасывают. Им там транспорт нужнее. Хрен его знает, куда перебрасывают. Нет у них транспорта. Никто не приедет за нами. Мы остаемся тут. Ты обещал не гласить. А то здесь такое начнется. Где артистка? Там наверху, на чердаке. Яков Михайлович, скажите, что с полостными ранеными делать? Погоди, погоди. Позже. Хлебца нет. Хлебца. Вспомни. Я же вам сказал уехать. Я не уеду. Ну что за детский сад, Мария Леонидовна? Он обречен. Я от него не уеду. Автобус вас ждет, муж. Скажите им, что я уеду вместе с госпиталем. Когда вас эвакуируют, тогда и нас. А если нас не будут? Значит, здесь останусь. Я уже уехала от него однажды. И он меня не простил. Я сколько живу, хочу к нему, понимаете? Мария Леонидовна, подойдите, пожалуйста. Понимаете, он даже в сознание не придет. Я не уеду. А сколько у вас мест в автобусе? То есть? Ну, я хотел спросить, сколько у вас народу? Пойдемте, мне кое-что нужно вам сказать. Не здесь. Пойдемте. Куда мне идти? Туда. Кто-нибудь, помогите. Вот зараза. Куда мне идти? Ну, если хотите, я могу отправить вместе с вами вашего Грома, но он умрет в дороге. Нет, я останусь здесь. На перевязку. Ага. Я хочу, чтобы все они уехали. Все. И мой муж.
Понимаете? Ну ладно, не договаривайте. А как же другие тяжелораненые? Какие другие? Которых вы хотите отправить. Я их не собираюсь отправлять. Я отправлю хороших хирургов, здоровых медсестер детородного возраста и легко раненых комсостава. Почему? Потому что это война. Нужно, чтобы жили те, кто может рожать и сражаться. Но вы не имеете права такое решать. Когда мир – да. А во время войны, поверьте, голубушка моя, кое-что должны решать и доктора. Вот вас я бы отправил в первую очередь. Ну, вы хотите оставаться, оставайтесь, воля ваша. Артистка! Артистка! Ну чё? Маша! Товарищи артисты, подождите! Ну где тебя носит? Это же черт знает, что такое. Я весь на нервах. Я Петю два раза посылал тебя искать. Автобус ждет. Артистка! Товарищи артисты, мне только что звонили из штаба дивизии. Получен следующий приказ. Часть моих сотрудников и некоторых раненых нужно срочно доставить в тыл. Сколько человек вы можете взять? Кроме наших. Человек 10. Все лишнее из автобуса. Люсь! А? Люся, давай! Давай! Хорошо. Раненые. Раненые, прошедшие сортировку, в автобус. Быстренько, быстренько. Давайте, в давайте. Автобус. Давай, в автобус. Все, давайте, давайте. Пойдем, 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 пойдем. Все лишнее оставили. Тот, как только приедем на место, непременно мне позвонить. Ну, держите. Неплохо. Давайте все вещи из автобуса. Давайте. Давайте. А? Это надо оставить. Я могу. Могу отдать аккордеон. Только, пожалуйста, давай. Верните помогите, мне его потом. Помогите шоферу, помогите. Так, ты с костылем выходи. Легкий, давай, давай сюда. Давайте, давайте. Держу. Помогайте, помогайте. Мы поедем. Идите сюда, проходите. Сюда. Спасибо. Заходите, ребята, идите, идите. Проходите. Ага. Давайте, давайте. Вот так. Вот, быстрее, да. Залезайте. Все, места хватит. Давайте. Осторожно. Осторожно. Плотней, плотней. Тут было место моей супруги. Она сказала, что займет место, найдет. Туда, вы уж назад, нас извините, назад, что мы так. В тесноте да не в обиде. Ну ничего, вот, я подвинусь. У вас очень красивая жена. Борь, да. Тебе удобно? А как вы с ней удобно познакомились? Можете рассказать? Все, все нормально. Она была моей студенткой. И вы сразу в нее влюбились с первого взгляда? Или она вас? Я увидел ее на вступительных экзаменах. Я в то время уже был ведущим артистом нашего театра. Маша! Маша, в каком году ты ко мне поступила? В 39-м. Осторожно. В 39-м году. Разместились там все? Мы познакомились. Все? Ну вот, а говорили. Может, аккордеон назад? А? Я помню ее на конкурсе. Она пела, господи, как она пела. Божественно. Такой голос, знаете ли, не каждому дается. Я сразу понял. Это талант. И, конечно же, мне захотелось познакомиться поближе. Но кроме голоса, вы знаете, она мне сама безумно понравилась. Но как-то такие мысли в голову поначалу не приходили. Конечно. Все-таки преподаватель, студентка. Разгорелся день веселый, море улицы шумят. И закрытых окон школы слышны крики октября. Мои сестры хоры нарядной, по широкой мостовой льется песни необъятной над красавицей Москвой. Давай, Люся. Что ж ты плачешь? Тебе годков-то сколько? 39. Люсь. Сорок пять.
Вон, какая жизнь. Ну и что ты за эти годы не напробовалась? Да всего. Обидно только. А может, и хорошо так. Прилетим мы с тобой к Богу, а Он нам и скажет. Здравствуйте, дорогие. А то вы в Бога верите? Конечно, а мне ничего другого не остается. А мне вот, Люся, пельменей хочется. Никогда не любил. Вот, а хочется. Просто слюнки текут. А сейчас, как ни крути, самые близкие для нас пельмени на том свете. Хочешь пельмени? Да ну вас. Пойду раненых посмотрю. Молодец, подруга. Иди. Мы не спорим друг с другом. Ты меня слушаешь. Сашечек, это был просто конкурс. Это как у вас учение, ничем не отличается. Представляешь, я уже забрала чемодан и села выпить чай перед дорогой. И вдруг звонок в дверь. Твоя телеграмма. Не выезжай. Сообщу. И 5 лет молчания. 5 лет. Я ведь чувствовала. Я ж тебя знаю. Если бы тебя действительно перевели, ты написал бы как-то по-другому. Сашенька, ты меня слышишь? Как странно видеть тебя таким тихим, смиренным. Что? Больно? Больно? Ложись, ложись, мой хороший. Эй, дезертир, вставай. Да идите вы. Пошли.
Ну не могу, я же говорю, нога болит. Пошли, будешь вину перед Родиной искупать. Как? С ружьем в руках. Хорошо, что мы с тобой встретились, правда? А по-другому быть не могло. Как это оказалось? Сложно любить. Тебя любить трудно. Ты герой. А героев любить трудно. Как ты до меня странно любил. Мне всегда казалось, что ты нашу любовь, ты ее так, наверное, нам нужно было расстаться тогда, иначе мы друг друга истерзали. Господи, что я говорю? Саша, Сашечка мой. Сашенька, прости меня. Сашенька мой. Я мне кроме тебя никого не было. Никого. Люблю тебя. Люблю только тебя. Прости меня. Что? Что, мой хороший? Что, мой хороший? Что? Я здесь, Сашенька. Машенька. Да, Сашечка, я здесь. Уезжай, родная. Здесь будет бой, Машенька. Сашечка, тебе нельзя. Ложись. Ложись, мой хороший. Сашечка. Я здесь. Я с тобой. Бой прошу. Бой прошу. Я с тобой. Ты меня слышишь? Сашенька, я тебя люблю. Люблю тебя. Очень тебя люблю. Вот такое у нас боевое задание. Оружие-то есть? 5 винтовок и у меня револьвер. Хорошенькая дельце. Захочешь в тыл убежать, вторую ногу прострелю. На. От судьбы не убежишь. Держи. За мной. Пойдите, прилягте, поспите. Он не умер? Нет, он спит. Ему лучше? Вроде лучше. Как тихо. Кажется, что вообще войны нет.
Слышь, доктор. Что? Это тебе про меня артистка сказала, да? Что? Что-что? Что мне не самострел? Тебя самострел, но артистка мне ничего про тебя не говорила. Маша, Маша, Маша.